В прессе появились некоторые подробности вчерашнего приезда Анатолия Сердюкова на допрос. Газета «Аргументы недели» утверждает, что в Москву бывший министр обороны прибыл якобы из Франции. Прилетел он вчера утром на самолете правительственной авиакомпании и прямо из аэропорта отправился в Следственный комитет. По данным газеты, на допросе Сердюков вел себя, цитирую, нагло, а его охрана провоцировала сотрудников СК. Согласно официальным сообщениям, экс-министр обороны не стал отвечать на вопросы, сославшись на отсутствие адвоката. Сердюкову выписана новая повестка, на этот раз на 11 января.